Приветище! Это Юнир Сим, и мы продолжаем. Продолжаем нашу цивилизацию вести к цивилизации. Какая-то тавтология получилась, но как бы это правда. И я удивлен, что у нас есть телескопы уже, ребят. Как вы до этого дошли? Я, конечно, понимаю, что мы идем к каменному веку. Нам совсем чуть-чуть тут осталось, буквально вот пару шажочков. Мы сейчас открываем ветровую энергию, чтобы у нас все было экологично, чисто и красиво. И тем не менее, у нас уже есть цивилизованные построечки, вот типа амбаров вот таких вот, типа каменоломни и всего-всего такого. Так что мы уже одной ногой там. И что удивительно, у меня тут бегают приспешники Теслы. Вроде как похоже на... Словно они с пушкой какой-то бегают, да? Но это не пушка. Это... Сейчас я попробую на них... На них даже не нажимается, видишь? Никак не получается, потому что это приспешники Теслы. Ну, все равно они мои. Значит, мне в комментариях сказали, что кладбище, там его можно очищать при помощи того, чтобы... Ну, оно уже очистилось. Каждый раз, когда я перезахожу, оно само автоматически очищается. Короче, вот этот погребальный костер, его можно как-то запускать. Подожди, нет, это не то. Наверное, где-то что-то тут... Вот, наверное, нажать надо. Короче, когда тут уже битком будет, я могу, видимо, нажать на сожжение. Дров у меня хватает. И все, кого я захоронил здесь, зажгутся. Также про администрацию что-то говорили, я, правда, уже забыл, что я тут что-то могу назначить. Вот министров я могу назначить, я про это забыл. Министр продовольствия. Кто у нас с этим будет заниматься? Сейчас, наверное, паузу поставлю, а то на нас скоро тут могут напасть верующие Мирены. Как обычно, они что-то там психуют. Министр продовольствия, кто им будет? Хибохи. Он сейчас чернорабочий, но у него есть, между прочим, университетское образование. И у нас университета нет, но школа есть. Как он мог университетское получить, не знаю. Школьное образование, короче, у него есть. И я его назначаю в Министерство продовольствия. Министерство водных ресурсов. Вот, про это мне писали в комментариях, что если у меня будет чувак в Министерстве по водным ресурсам, он сам будет строить там все резервуары и прочее-прочее. Значит, мне тоже нужен умный чувак. Вот. Мумамба. Ты будешь у нас в Министерстве водных ресурсов. Все остальное пока что у меня заблокировано. Министры назначены, значит, все должно решаться само, по крайней мере, с водой. Я тут уже настроил вот несколько водных колес, воды теперь должно хватать, здесь тоже есть. И там он, видишь, вот построил, тут вместе с резервуары полные. Нет, тут не полный, это мне так показалось. В общем, с водой у нас сейчас проблем не должно быть, а вот тут уже полные. Один резервуар полный, поэтому с водой проблем не будет точно. Так... Запускаем таймер и давай смотреть, что будет у нас с войной, если она у нас, конечно, будет. Надеюсь, что не будет. И пока время идет, мы уже можем заняться архитектурой Тюдоров. Если бы у архитектуры Ренессанса и Готики был ребенок, то это был бы стиль Тюдоров, который сочетает в себе элементы обоих направлений для создания более прочных зданий и модернизации ключевых сооружений. Качаем. А, нет. Какие Тюдоры? Какая архитектура Тюдоров, если у нас обуви еще нет? Надо обувь прокачать. И вот теперь архитектура. Ну а дальше там... А, подожди, вот у нас открылись еще, смотри, телескопические линзы. Мы уже видели телескопы, а я еще их не открыл. Как так? Открывает средневековую прогнозную башню. Прогнозы нам всегда нужны. Кузница. Это... А, ну все, у меня уже все исследования забиты, поэтому будем ждать. 7 секунд осталось до нападения. Перелетаем к нашим... Нифига себе, как они расстроились. Итак. Призывает мистические силы против нас! Против нас они призывают! Зомбари проснулись! Все, им хана. Я на них обрушу метеориты. Говорили, что прочность щита составляет где-то 600 единиц. Это несколько метеоритов. Что ж, а может быть мы на них попробуем сбросить? Давай-ка я телекинезом забираю вот этих вот чуваков. Давай, иди сюда. Готово. Где еще? Еще есть? Нет? Вроде больше зомбарей нету. Вот это не зомби? Нет, это не зомби. И сейчас мы обрушим их на этих миренов. Ловите, господа, обраточку. Вот так вот. Я уронил, но непонятно. Новый лидер нашей планеты. Право на оружие. Вступил в силу новый закон. А я разве его выбирал? Позволяет нагитам владеть личным оружием. Ну, допустим... Ну, я не буду это праздновать. Не буду. Но поскольку у них будет личное оружие, они могут защищаться от тех же самых зомбарей. Подожди, у нас же инопланетяне упали в прошлый раз.
и оставили вот эти вот ящики. Сейчас их мы соберем с тобой, вот сюда вот кинем. И еще один ящичек вот тут. Накопление запасов! Исследование завершено. Ну здорово, а чё? Можно теперь апгрейдить наши склады. Так как они битком, их нужно улучшать. Улучшаем, улучшаем склады. Причем все. У меня их 3 штуки. Поэтому делаем это. Вот так вот. Капец, как у меня тут ребята расстроились. Это самая дальняя хижина. Как у них тут домики? И я думаю, что нужно тут кладбище построить, потому что вот это кладбище, скорее всего, до них, да, не доходит. О, птицу в полете поймал. Обалдеть. Какая она прикольная. И, в принципе, ее даже приручить можно. Ну чё, засранцы? Вроде бы у нас нейтрально все, да? Но... Блин, я бы вас, конечно... Не нравится мне вот это поселение смертников. Жутковато они выглядят. Поэтому обрушу-ка я на них свою мощь метеоритную. А, я не могу на них сбросить метеоритный дождь, потому что у меня нет маны. Нужно 300, а у меня сейчас 246. Это печаль. Это очень плохо. Надо посмотреть, что у меня там в храме творится. Почему у меня так мало маны-то? Мне никто не поклоняется, что ли? Ой-ой, тогда понятно. Меня боятся, поэтому мне никто не поклоняется. Значит, будем поднимать настроение, ребятки. Уги-буги. Давайте, давайте, давайте. Поднимаем настроение, поднимаем. Что еще я там могу веселительного сделать? Вот это что у нас? Священная земля. Благословляет землю, чтобы наггеты смогли построить на нем жилой район. Похоже, кроме как разряда радости, у меня больше ничего и нету. Итак, посмотрим, что у нас тут. О-о-о! Вот это уже лучше. Ну и соточку маны я оставлю на всякий случай. Хотя давай еще увеселим нашу, у нашего населения. И все хорошо идет. Вот, уже 9,5. Вот, вот это мне больше нравится. Господи, у меня тут 2 трупов. Надо срочно тут кладбище строить, по-любому. Ага, обломись, ты тут его не построишь. Понятно. Че, придется делать его тогда здесь где-то? Вот таким вот образом. Начало строительства так близко к одному из зданий изгнанников наггетов скажется на ваших отношениях. Уверен, что хотите... Ну, типа... А, они вон там уже совсем наверху. А они на меня, между прочим, тогда зомбарей наслали. Так, если я вот сюда его тогда принесу, кладбище это... Все равно, да? Опасно. Очень опасно. Нехорошо вышло! Зараза. Придется здесь тогда строить кладбище, что ли? А туда тогда до той деревушки не достает. Ну, блин. Да пошли они в жопу, эти изгнанники, короче. Да, строим здесь. Теперь нужно заслать кого-нибудь там поглубже в пещеры. Чтобы у нас... Во! Давай-ка мы... 5 может заслать? Или сколько? Давай всех образованных зашлем, сколько сможем. Все. Продовольствием просто огромную кучу. Воды, паприки тоже огромную кучу, инструментов огромную кучу, чтобы им всего хватило. Если чё, чтоб обратно вернули, чего перебор будет. Ну, вроде бы максималочка, все, прям максимум. Потому что если я добавляю еще что-нибудь, то отряд перегружен, и нужно что-то продать из купленного, либо нанять больше наггетов. Но наггетов я больше нанять не могу, поэтому экспедиция отправляется. Вперед, ребята, вперед и с песней. Почти всех умников отправил туда, а необразованные наггеты здесь остались. А я точно правильно поступаю? Может, надо было чуть-чуть балансировать этот момент? Кстати, что по урожаю-то? По урожаю... У меня тут уже урожай был! Уже первый урожай собрали! Круто! Мне это нравится. Но, может быть, мы что-нибудь другое посадим теперь? Слива мозг панды, например. Можно его посадить? Вот, следующее у нас будет слива мозг панды. Вот такой вот улучшенный склад. Мы теперь можем сюда газ и нефть таскать. И стекло. О, как интересно все. Я так полагаю, можно и сундучки пооткрывать, которые нам инопланетяне привезли. Этот еще расшифровывается. Вот это вот открываем. Чертеж, нефть, нефть. Что за чертеж? Падающая башня. 2 фрагмент. Здорово. Сундук открыт, и там упала еда, нефть. И... Министр водных ресурсов только что разместил здание резервуара. Работает министр-то у нас. Молодец. Где ты резервуар открыл? О,
подожди. Министр водных дел решил вот тут вот резервуар поставить рядом с новым жилым кварталом из 4 домов. Ну, наверное, это правильно. Ему виднее, он все-таки министр. Продолжаем открывать ящики. Что тут у нас? Наггет выпал. Вижу красненький. И роза пустыни. Третий фрагмент. А, стоп. Не... А, зачем я это нажал? Там еще не до конца расшифровали его. Ну да ладно. Нотр-Дам де Пари. Фрагмент чертежа 3. Что ж. Ну, по такому случаю, может быть, мы... И вот это тоже откроем ящик. Роза пустыни. Еще один чертеж. Группа перегружена. У меня там что? К счастью, найдено 2 предмета. К несчастью, запасы провизии сократились на 2 единицы. Моральный дух упал на 9 единиц. Окей, не проблема. Группа перегружена. Давайте, отдыхайте. Просто отдыхайте, все. Вылечить я их не могу, потому что маны у меня совсем как-то плохо. А что это у меня маны так мало? Я не понял, кто у меня ману сожрал? Какого лешего так произошло? Ёлки-палки, мы горим! Горим! Ребята, нужна вода. Вода капец как нужна. А маны нету. 40 единиц для того, чтобы призвать дождь. Как это произошло вообще, что у нас тут возгорание? О-о-о, пожарная часть была бы кстати. Зря я ее... Походу, вот тут надо будет пожарную часть сделать. А-а-а! Черт подери! Надо принести кого-нибудь в жертву! Ёлки-палки, потому что мне дико не хватает. Ребята, ну что вы? Дождь пошел! Боже мой, он сам пошел! Меня услышали или нет? Он не в ту сторону идет, по-моему, или в ту. Тучки, тучки, тучки. Надо подуть на них. Давайте вон туда, вот сюда, вот сюда. Пожалуйста, тучки. Тучки, вот сюда, в эту сторону, пожалуйста. Куда вы летите, тучки? Они летят мимо, я понял. Деревня горит, все, капец, там. Я телекинезом, короче, попробую хапнуть водички. Вот отсюда. Воды, 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 воды. Мне надо больше, 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 больше. Вот так. И сюда. Помогло? Фух, выкрутился, помогло. Слава мне, Господу. Че тут по зданию, оно... В принципе, нужно его чуть-чуть починить, половину прочности потерял. Ладно. А, тут же инженеры есть, они починят. Ну и здорово. Предупреждение о высокой температуре. Внимание, опасное повышение температуры на планете. Наггеты подвержены риску возгорания. Разместите терраформер для стабилизации температуры. Как? У меня нет такого. Терраформер, что это вообще такое? Подождите. Может, я уже могу его сделать? Вот это что у нас такое? У меня есть бункер. Бункер — это круто. И пожарная станция. Короче, пожарную станцию надо строить, однако. Надо построить, и надо ее так построить, чтобы она зацепляла все. Наверное, где-то... Давай-ка одну пожарную станцию, короче, вот тут вот мы разместим. Рядом с администрацией. А, так вот. Пожарная станция – отличная идея, но учитывая ваши подходы к ведению дел, не помешало бы построить еще несколько творец. Группа возвращается. В смысле возвращается? Вы чё? В последнее время нам не очень везет. Запасы провизии... Засранцы, ну как вы так сожрали-то все? У меня даже нет маны, чтобы подкинуть им провизии. Просто вот чисто символически вот как-то, ну... Пожарная станция у нас достроилась. Вот как она выглядит. Работники назначены, здорово. Буду тушить пожар, но нам нужно будет... Область сейчас смотрим. Тут ясно. Короче, пожарную станцию надо будет еще вот тут где-то построить. Опа, я не понял. Мини-заставочка какая-то пошла. И что происходит? Средневековая эпоха похожа на тот неловкий подростковый период, который проходит каждая молодая цивилизация. О, они теперь тут... Ух ты! Ракеты? А не рановато ли мне для ракет, ребят?
Я в шоке просто. Каменный век запускает ракету. Лазером ее построили, причем не молотками. Группа перегружена, а ничего, кроме как про ракету, мне даже никто и не написал. Я ее вообще не вижу, эту ракету. Улетела она куда-то. А, вот она летит. Вот она, вот она, вот она. Ребят, вы далеко вообще собрались-то? Обалдеть. Обалдеть. Ты только посмотри на это. Она куда-то устремленно летит вверх. Очень медленно, конечно, но летит. А вот все, что осталось, это от пускового здания, видимо, да? Но оно исчезает. И смотри, что у нас вот тут появилось. Приближается катаклизм торнадо. И это очень плохо, я тебе хочу сказать. Ой, батюшки, а это что у меня тут в центре? Смотри, дома все превращаются в нормальные, цивилизованные. Все перестраивается. Вау, красотень. А это у нас что такое? А, это администрация, точно. Администрация, как всегда, выкаблучивается. У них все время необычные здания какие-то. А, нет, администрация-то вот он у меня. Стоп, а это что за здание тогда? Жилое! Это жилое здание, надо было сразу на него нажать. Это ж кто там будет жить-то в таком кривом здании? Опа. Что за горм? Группа вернулась из экспедиции. Закончить экспедицию. Подожди, там кто-то в горн дует. Это ты в горн? Где-то кто-то тут в горн дует. А что происходит? Наверное, он говорит о том, что катаклизм надвигается. Ох, ну и домище вы тут отстроили. Забавно оно выглядит. Итак, готовимся к торнадо. Что по куполу по итогу? Какой величины я его... Да, не сильно я его большой величины смогу сделать. Но центр города нам, я думаю, надо как-то защитить. Поэтому сейчас я его наколдую, как смогу, получше. Там часть склада надо захватить, вот так вот. Вот такой вот щит, значит, делаем. Надеюсь, это как-то нам поможет. Все, маны у меня больше нет. А, ребята, надо вас всех в укрытие. Я объявляю тревогу. Так что все бегите по домам. Срочно, срочно, срочно. Сейчас начнется торнадо. Наги, ты заметили торнадо? Вот оно движется. Но движется оно довольно далеко от нас, поэтому... А, оно вот сюда движется, на этих чуваков. Ох, что ж сейчас будет. Но у них тоже щит есть, поэтому... Надеюсь, они проживут. А, это боги торнадо, кстати же. Вот, видишь, у них тут символ торнадо есть. Может, они и переживут все это дело. Телескопические линзы исследовано. Ну, здорово. Ребята, смотри, как там носится. Вы же поклоняетесь этому богу, богу торнадо. О-о-о. Ну, кстати, он не может через щит пробиться. Он вроде бы как отскочил и обратно поехал. Нормально он, конечно, деревья раскидывает. Жутко все это выглядит. А я лоханулся и зря врубил щит. Не надо было торопиться. Но это первый катаклизм на планете, поэтому... Перебздел. Перебздел немножечко. Буду теперь иметь в виду. А так как у нас улучшенные линзы есть, мы можем провести апгрейд нашей прогнозной башни. Что у нас тут по постройкам? Ох, елки-палки. Ничего себе, вы тут отстроились круто. Рэндалл Вилл требует ресурсов. Опять, что ли? О, группа наггетов начала единодушно молиться о мгновении покоя.
чтобы насладиться красотой природы. Они считают, что шум электрогенераторов и механизмов нарушает естественный порядок вещей. Они просто хотят дать матушке-планете небольшую передышку. Что важнее, они утверждают, что уже заказали цветы и банкет по этому случаю, а вернуть за них деньги нельзя. Каким будет ваш ответ? Нет, будущее за промышленностью, им нужно это понять. Мы можем найти немного времени, чтобы отдать дань уважения нашей планете. И тогда у нас будет час без света. Ладно, давай отдадим дань уважения планете. Все-таки мы за экологию и все такое. Электричество отключено. Плюс 10 верующих. О, это здорово. Верующие мне сейчас нужны. Цивилизация погрузилась во тьму, но началось великое празднество. Кажется, что деревья, трава и даже воздух присоединились к торжеству. Это здорово. Без электричества ваша цивилизация запросто может вернуться в каменный век. Да ничего страшного. Ничего страшного. Кстати, насчет электричества. Теперь оно нужно в каждом жилом доме, и поэтому нужно построить ветрогенераторы, иначе мы загнемся. А что, кстати, батарейка как? Батарейка 0, потому что она отключена. Окей. Ветрогенераторы. Куда же мы поставим? А, надо же, подожди. Давай на паузу все поставим. Потому что надо решить вопрос с вот этими изгоями. Заголовок. Черновик, послание с угрозами. Примечание. Черновой вариант. Перед отправкой отдать редактору на проверку и утверждение. Начать с ряда личных оскорблений. Если во время разведки удастся нащупать какую-нибудь уязвимость, воспользоваться ей. Например, если у кого-нибудь недавно родился уродливый нагид, скажите им о нашем продвинутом вооружении превосходящей численности. Ну да, у вас всего 30 человек по сравнению с моими 108. Можно немного преувеличить. Ах да, и не забудьте упомянуть наши требования касательно ресурсов. Будет лучше, если послание доставит тот здоровый бугай. Только убедитесь, что он взял правильное письмо. Умом он не блещет, с уважением кто-то-то там. Смотри, что они хотят. Камень 151 единицу, дерево 113, досок 12. И брикс это кирпичи, по-моему, да? Или я могу ошибаться, если что, поправьте в комментариях. Короче, 10 кирпичей. И большинство в моей цивилизации говорят, что нифига мы не будем им давать. И я с ними соглашусь. Поэтому ничего мы им не даем. Вот так вот. Ждем их ответочки. Час без света у нас продолжается. А мы хотели построить генераторы, ветрогенераторы, поэтому сейчас будем думкать, куда их воткнуть. Ох ты ж, блин, тревога же у нас до сих пор. Надо снять галочку, все, тревоги нет. Дровяная печь! У нас... О, стопэ. Мне, походу, электрогенераторы сегодня не дадут достроить, у нас же тут все исследовалось. И нужно новое исследование выбрать. Кузница, конечно же. Гидрология. Открывает средневековый резервуар. Надо по-любому. Очищенная вода. Плюс 15 производительности водяного насоса. Да мне это не нужно. Курьеры. Классная штука, обязательно. Управление дикой природы. Это нам нужно. Управление по-любому нужно. Укрепление. Более прочные материалы и укрепление улучшает дальность обзора и время предупреждения для сторожевых вышек. Понадобится, поскольку у нас очень требовательные изгнанники. Вашей цивилизации тяжело без электричества. Плачутся они. Ничего, сейчас вот лето уже наступает, весна, так что переживете. А я наконец-то сейчас построю эти ветрогенераторы, а то совсем до них руки не могут дойти. Значит, ветрогенератор здесь. Ветрогенератор где-нибудь вот тут неплохо было бы. И, пожалуй, пока два хватит. Все, электричество включилось. Теперь все рады и, конечно же, у всех горит свет в окнах. Как они раньше жили без этого, я не представляю. Ах да, мы же еще ни разу не зашли кому-то в дом. А нам теперь это не позволяет сделать, кстати. Ты представляешь? Мы не можем туда войти. Обалдеть. Не можем посмотреть, как живут товарищи мои. Нагиты. А в каменном веке мне было дозволено это. Видимо, они так эволюционировали, что у них появилось личное пространство, где подглядывать за ними нельзя. А вот и главная площадь у нас как выглядит. Теперь... Вот с таким колоколом. Блин, но главную площадь теперь вообще не узнать после того, как она вступила в Средневековье. Вы отклонили требования, и они недовольны. Ну, конечно. Чё они обрадовались бы? Короче, смотри. Я теперь воюю вот с этими чуваками, которые поклоняются смерти.
И те чуваки, которые из Рэндалвилла. Вот эти чуваки, они вроде нормально ко мне относятся. Кузнец, исследование завершено, отлично. И Рэндалвилл, ну, тоже как бы, мы с ними воюем. Вот так вот. С двух сторон натянутые отношения. А у нас тем временем новые выборы. Что там у нас есть? За кого проголосовать? Законопроект о снижении стоимости материалов неинтересно. Пища для всех и перерыв на сон. Вводится обязательный сон в рабочее время. Время приготовления еды в столовой увеличивается на 30%. Время приготовления лекарств в больнице увеличивается тоже на 30%. Пища для всех. Количество рационов на каждого наггета удваивается. Счастье плюс 2. Расход провизии 100%. Лучший законопроект на сон тогда выбрать. А то пищу они так у меня всю сожрут. Так что я голосую за сон. А я теперь могу построить казармы. Обучайте защитников. Здесь наггеты становятся вооруженными солдатами, которые отважно защищают вашу цивилизацию от любых бед. Так значит, этот гигантский вентилятор, который вы построили, обуздает силу ветра? Кажется, будто эти идеи приходят к вам прямо из воздуха, творец. Ну, типа да. Выглядит он, конечно, не ахти как, но посмотрим, как будет работать. А я возвращаюсь к казармам, к нашей армии. Чтобы она у нас должна быть, между прочим. Блин, куда ее только поставить, я даже не знаю. Где у нас будут казармы? Я думаю, что казармы стоит поставить вот тут. Поскольку у нас вон там очень недоброжелательные соседи. Так что казармы, казармы. Место бы тут еще найти под эту казарму. Все сложно. О, вот тут вот, на горе. Давай построим. И опять пишут, что рядом с соседями ты строишься, они будут недовольны. Да, они и так уже недовольны, так что пофиг. Какие интересные домики у нас тут с кривыми трубами. Прям смешно. Ну что, отправляем новую экспедицию. На этот раз опять возьму побольше образованных. Блин, если я беру необразованных, то моральный дух падает. А мне это очень не нужно, поэтому все образованные будут. По жрачке, значит, очень много пропитания нужно. Прям капец, как много пропитания. Вес у нас вот тут вот отображается, поэтому... Дальше приправа. Предотвращает смерть. Провизию. Молоток и верстак обязательно. Вот так вот. Провизию. В большом количестве провизию. Чтобы они жрать не захотели в ближайшее время. Все. Экспедиция собрана. Я думаю, что мы отправляем ее. Вперед, ребята, с песней. Может, вы наконец-то доберетесь до недр земли. А вот у нас вступил новый закон в силу. Перерыв на сон. Можно, в принципе, отпраздновать. Празднуем, ребят, празднуем. Пусть всем будет счастье. Че они там? О, наконец-то они счастливы и поклоняются мне на все 100. Ух ты, какой у нас гидромедцентр со спутниковыми антеннами. Кладбище, что у нас тут? Ребята, вы решили рядом с кладбищем, да, тут строить дома? Вид на кладбище. Ну ладно, это ваш выбор, я не заставлял вас строить тут жилые дома, так что как хотели. Вернулся опять к своим исследователям и смотри. Короче, плохо, что я их очень сильно нагрузил провизией, куча еды дал. А теперь они ничего не могут с собой забрать из-под земли, то, что они найдут. И нужно это выкидывать. Короче, капец. Не подумал я об этом тоже. Ладно, давай на ноге Этна попробуем. Вот как это делается. Провизию сбрасывайте, ребят, сбрасывайте. Вот так вот мы чуть-чуть провизии скинули. Посмотрим, как дальше у них дела пойдут. Значит, вот у нас здание бизнеса. Тут у нас, оказывается, салон красоты существует. Сами наггеты теперь стали одеваться. У них есть вон одежда. У кого какая. Кто в платьюшках, кто в рубашечках, кто в юбочках. И это здорово, это очень классно выглядит. Не то, что раньше листочком прикрывали свои военные места. У кого-то даже вон шапки интересные. Прилетаю сюда, смотрю на казарму, а к ней еще даже не приступали. Смотрю на ресурсы, тут нужно железо, но железо мы умеем добывать. Цемент, как делать цемент, кто знает. И стекло. Стеклодувов у нас еще нету, поэтому... Казарма будет, походу, простаивать еще очень долго. Сейчас я посмотрю. Да, стекла нету. Железо, как бы, ну, пожалуйста. Его навалом. Где строители-то, ребятушки?
Ну и по такому поводу еще один ящик был найден. Тоже от НЛО. Открываем. Тут у нас газ и чертеж Биг Бена. Четвертый кусок чертежа. Есть у меня идея зайти на черный рынок. Черный рынок у нас тоже улучшился. Он теперь под стать средневековье. Ух ты, а ты кто у нас? Пушистый братец. У нас новый торгаш появился. Ничего ж. О, можно чертеж выторговать. А что за чертеж? Что это за чертеж? Я выторговал чертеж в обмен на нескольких наггетов, по-моему. Пирамида. Третий фрагмент чертежа. Ну что ж, ладно. А цемент можно заказать? Кто-нибудь торгует цементом? Цементом нет, но есть стекла. Дайте знать, если они у вас появятся. Я бы купил. Можно, в принципе, заказать. Давай это и сделаем. Подтвердить заказ. Все, ожидаем появления стекла. У кого-то проблемы? Я тут. Что у вас тряслось? Дорогой творец, куда бы я ни посмотрел, наши наггеты тратят уйму времени и сил на перетаскивание всякой всячины. Должен быть лучший способ. Я вижу возможность для бизнеса. Ты мне поможешь? Ага, смотри, что написано. Мамазон. И почему-то под дулом пистолета бизнесмен отправляется курьер разносить посылки роботам, что ли, или как? Значит, постройте карьерскую хижину, чтобы дать стартовый импульс компании Nefnugzos. Ну, почему бы нет? Сейчас построим, без проблем. Вот, хижина курьеров. Где она у нас будет стоять? Можно ее разместить где-нибудь вот тут вот. Отлично, сюда должно вписаться. А, я тут не могу ничего построить, потому что тут нет пожарной части. Вон оно что. Нужна пожарная часть. Ну, давай тогда здесь будет курьерная служба. Пожарная часть как раз сюда доходит. И нужно же еще пожарную часть поставить. А это что у нас такое? Что это такое? Непонятно, что это такое. А, это, наверное, курьерская, это... Ящик для писем. Что-то похоже на то. Я же, кстати, хотел построить больше пожарных частей, но начался этап средневековья, и мы смотрели, как запускалась ракета. Вот, значит. У нас тут еще один хныкающий. Что там стряслось у кого? Рассказывай. Посылочный... Опять? Судя по всему, наггеты со всех концов города уже заказали доставки в моей новой компании Mamazon. Но я еще не завершил переезд. Я просто измотан. Мне нужно выплатить несколько важных займов. Иначе я отправлюсь спать вместе с рыбами. Это было странное предложение, ведь у меня уже есть постель. Так или иначе, я не могу позволить этому бизнесу пойти ко дну. Поэтому для ряда следующих поставок мне нужно мощное вмешательство свыше. Ты поможешь мне доставить мои посылки? Я должен доставить за тебя посылки? Используйте способность Творца Телекинез для доставки посылок. Ну что ж, похоже, придется. А как быть по-другому? Вот их. Уф. Нифига себе, сколько тут у тебя посылок. Ладно. Что ж, боги курьерами еще не работали, как мне кажется. Хотя, кто знает, кто знает. Значит, берем посылочку и куда ее доставить? Вот сюда. Пожалуйста. Берем другую посылочку. И доставляем ее вот сюда. Ну да, это действительно почтовые ящики. Обалдеть. Ну все. С посылками закончено. Плюс 15 досок, плюс... И плюс 10 стекла, между прочим. Не зря я выполнил это задание. Обалденно. Казармы там строятся, нет? Это что у нас такое? Хижина курьеров. Давай-ка назначим в курьерскую службу чернорабочих. Все, 4 курьера. Это, в принципе, будет достаточно тут. Как дела у наших исследователей? О, как у нас насосное здание апгрейдилось, прикольно. Так, по исследователям, значит. Съедобные ягоды нашли, мясо дикого зверя не очень съедобно, если честно. Так, у нас тут раненый есть, надо его подлечить, я думаю. Вылечить. И, в принципе, путешествие идет пока что все ок. А, ну они скоро развернутся, потому что провизии мало. Все. Они разворачиваются. Ну, что я могу сказать? Разворачивайтесь, ребята, разворачивайтесь. Хватит вам там блуждать. Пора идти домой. Как у меня дела на ферме-то, кстати? Там они выращивали? Да, они выращивают мозг панды. И это здорово. Но поскольку сейчас зима, конечно же, этот фрукт мы не увидим. Ваш заказ только что прибыл. О, стекло доставили, что ли? Вот оно, стекло. Но взамен они нашлют на нас огненный шторм.
Не круто. Но почему бы нет? Управление дикой природой у нас исследовано. Давай, торгуем. Огненный шторм, где он будет у нас? Зима пришла, творец. У меня для вас отличный совет по выживанию. Куда я его дел? Я к вам скоро вернусь. Через 33 секунды начнется огненный шторм. Что ж, по крайней мере, зима не так уж и жарко будет. Стекло-то мы забрали же. Ну, и над деревней, кстати, образовалась тучка. Неужели она... О-оу. Так, все домой срочно. Смотри, как тут все потаяло. Все потаяло, весь снег потаял. А, то есть огненный шторм на всей планете? О-о-о, вот это да. У нас тут что-то загорелось. У нас тут что-то загорелось. Сейчас поправим. Подождите, паузу. Телекинез. Хапаем отсюда водички. Вот так вот. И бабок сюда. Получилось? Получилось. Что еще горит? Я слышу, что что-то еще горит. Вот тут, вот тут что-то горит. Давай. Ой, промахнулся-то как? Ну, там лес горит в основном, но все равно неприятно. Неприятно. Вот сюда вот. Получилось, кажется. Кажется, получилось, но не до конца. Ой, блин, все, пора дождь колдовать, короче. У нас много чего везде горит. Пожарная часть-то же у нас достроилась. Может, она поможет мне как-то? Вот так вот. Дождь идет, и все тушит, и все пока хорошо. Пока живем. Пока нормально. Вот и все закончилось. Аллилуйя. И снова снег везде. Белым-бело. Короче, по казармам, даже учитывая, что я поставил приоритет, что казармы надо строить, никто так и не пришел их строить. Поэтому отменяем тут казарму, сносим ее. Выпускаем наших наггетов на волю. Мы переждали уже эту бурю. И надо придумать, где эта казарма будет все-таки строиться. Дорогой творец, слишком долго наши заклятые враги притесняют нас. Эти деревья нужно уничтожить. Только посмотри, как... угрожающие они там стоят. Молю, помоги нам сокрушить этих высоких чудищ из коры и листьев. Возведи для нас строение, которое особо поможет нам в благом деле. Разбейте лагерь лесорубов. Ну что ж, это я могу. Лагерь лесорубов. Леса у нас вот тут, тут огромная куча, поэтому лагерь будет у нас размещен где-то здесь. Но нужна пожарная часть действующая. Так что... Вот тут у нас пожарная часть действующая есть. Поэтому лесорубы будут, значит, тут. Хотя тут леса не так уж и много. Ну ладно, пускай будут тут. Деревья не поймут, кто нанес удар. Здесь вот опять что-то кто-то... Спасибо, творец, но умоляю тебя. Этого недостаточно. Прошу, убери ближайшие деревья долой с наших глаз. Искорени их все, пока они не искоренили нас. Их коварные планы стоять там нужно пресечь. Еще раз спасибо. Уничтожьте немного деревьев, чтобы угодить. Блин. Ладно, сейчас. Сейчас я повырываю их тут. Вот этого будет достаточно тебе. Вот так вот я повырывал. Норм. И все это сейчас на склад надо закинуть. Желательно. Не пропадать же добру. А, здесь надо было уничтожить немного деревьев. Ну ладно, давай сейчас. Здесь уничтожим, не проблема. Достаточно? Я уже, блин, кучу энергии потратил, между прочим, на это все дело. Кажется, да. Наконец-то деревья уничтожены, творец. Это станет непоправимым ударом для их популяции. А еще мы сделали из них... так нужную там туалетную бумагу. Благодарю за помощь. Ну, туалетная бумага — вещь полезная. Правительство исследовано. И нужно что-нибудь новое подкрывать. Например, тяжелая атлетика. Очищенная вода. Министерство обороны.
И, наконец-то, цемент. Смешивание цемента. Ну, а дальше правоохранительные органы. Скорее всего, полицейский участок у нас появится. Убедитесь, что полицейский получает достаточно кофе и пончиков. Ну, действительно. А дальше мы уже будем потихонечку стремиться к новой эре. Ну и раз мы правительство исследовали, можно теперь и улучшить здание администрации. И, пожалуй, на сегодня мы будем потихонечку закругляться. Но напоследок хотелось бы сделать то, что я хотел в самом начале. Где эти мертвечины-то, которые смерти поклоняются? Надо на них все-таки метеорит-то сбросить. О, новые выборы. Ничего ж себе. Вот они где, эти ребятки. Ну что, вы до сих пор... О, они прям враждебные-враждебные. Их численность уже 50. Что такое? Судя по всему, прихожане в одном из ваших храмов полны энтузиазма провести жертвенный обряд. Они уже целую неделю подзадоривают друг друга. Им нужно лишь ваше разрешение провести величайшую в истории жертвенную церемонию. Пригласят всех. Там даже будет торт с начинкой из ягодного ликера, похоже на кровь. Само собой, смерть будет буквально витать в воздухе. Но звучит интересно. Мне нравится церемония жертвы. Обряду быть. Отвратительно отправить этих так называемых прихожан в освояси. Предпочитая неожиданные мероприятия, пусть принесут в жертву этих самых прихожан. Ха-ха-ха. Ну, раз они захотели, то давай этих самых прихожан принесем и в жертву. Инициатива, как говорится, наказуема. Прихожане были искренне удивлены, что именно их будут приносить в жертву. Они хотели отменить церемонию, но теперь стали предупреждением для остальных. Минус 20 еды, минус 5 верующих, плюс 50 ОТ, уровень счастья нагетов увеличивается. О, это хорошо. Ну что, а по такому поводу у меня мана вон как подскочила, и можно обрушить гнев на своих враждебных изгнанников. Ну что, ребята, держите метеоритный дождь. Это нанесет некоторый ущерб. Метеориты, где вы? Хорошо-то как. Но щит выдерживает, смотри-ка. Щит выдержал. Но он уже изрядно потрепался, я тебе хочу сказать. Может быть, еще разок ударить, и тогда они точно, эти метеориты, проломят щит. Но это мы узнаем уже в следующий раз. Поэтому на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Если хочешь увидеть продолжение, то не забудь поставить лайк под видео и подписаться, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить его. Так что до встречи. Увидимся.